Марсик, у нас с тобой работа. Тут работа своя. Вон. Кто-то делает. Видишь, как работает? Пораставила он разных комнатов. А сама по телефону. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А мы с тобой, Марсюшка, пойдем. У нас дел столько полно. Во-первых, смотри, держи пакет. Будем... Глянь, сколько у нас пакетов. И вот надо в них разобраться. Навести порядок. Глянь, сколько. Вот, это первая задача. И потом на работу увезем лишнее. Ну так, успокойся. Сядь и контролируй. Я буду вытаскивать все, а ты будешь считать. Ясно? Садись и считай. Твоя задача считать все пакеты. Вот. Давай, начнем. Ну, я сейчас выключаю камеру, потому что мне неудобно будет и снимать, и делать. Набрали. Порядок. Теперь у нас здесь будут все сумки такие матерчатые, а здесь полиэтиленовые. А это все на обезжирку в машину. У нас на работе мы обезжириваем, когда станки ремонтируем, у нас там требуется ветошь. Пошли, Марсюшка. И это еще не все, это только начало работы. У меня к тебе очень большое дело. Вот ты посчитал пакеты. Сейчас я кину машину. Вот так. Слазь. Вылазь, Марсюшка. Вот так, умничка. Пошли. Пошли, Марсик. Лирик нам не товарищ. Марсик. Все, отстань от Лирика. Важничает. Как только что-нибудь поручу или скажу, Марсик, ты мне должен помочь или что. Все. Тут же прям из него прет все. Ну, вы знаете, что прет. На Г называется. Земляне, что я буду сейчас делать? Ой, вы не представляете. Вот принес табуретку. Вот начну, здесь сяду. Вот это мне предстоит поколоть. Все, при помощи Марсика. Марсик будет считать. Я буду колоть, складывать. Лирик, может, ты тоже будешь помогать? А? Махнул, говорит, да ну вас. Отстаньте со своей жердилой. Если бы это колбасные жопки были, я бы считал. А так? Ну что, начнем, Марсюшка? Все, приготовил я, поставил. Это у нас для косточек. Ну, начну. А где у нас другие? А ну пошли искать. Пошли, Марсик. Пошли, где коллектив? Что мы вдвоем будем, в конце концов? Я не люблю работать один. Ты у нас счетовод. Так, Джерик не пойдет на это дело, да? Ой, земляне, сегодня на улице тепло. Ну что, пойдем искать. Пошли. Где же эти господа? Сад открытый. Где они могут быть? Кумушки эти. А, вон они. Сидят. А где доча? А? Где она? Где доча? Пошли, у меня к вам дело есть. Идем. Пошли. Будете помогать. Сейчас ее тоже привлечем. А у нас, смотрите, видите, расцвели какие цветы. Гляньте. Красавцы. Так, все, всех собрал. Нет, еще одна осталась. Рада.
Включаем свет и начнем. Рада! А где она? Нету нигде ее. В саду, значит, пошла. Что? В саду, говоришь, да? Шурик, какого хрена? Такого хрена. Чего ты отпускаешь ее одну? Ой. В халате снял. Какого хрена? Вот она должна быть в вечернем платье, а я тогда с камерой появиться. Она тогда скажет, ну ладно. И помашет человечеству ручкой. Пошли искать. Рада. Рада. Привычка у нее. Раньше она с Лириком ходила. По саду гуляла. Рада. Рада. Теперь. Рада. Так, ты оттуда заходи. Я отсюда. Где эта мадам? Вон она. Я увидел. Рада. Быстро к нам. Видите, где? В конце сада. Что там можно делать? Там Виктория копала картошку. Может, она подъедает молодую картошку? Вот она, мамзелька, графиня Вишенка. Рада. Пошли быстрее, у нас дело есть. Бегом. Пойдем. Я за тобой. Пошли. Все, Марчик, возвращаемся. Нашли. А ты что тут делал? Что здесь? Травка. В травке валялась. Видите, порядок наводим какой. Между деревьями. Вон. Калину. Обработали. Быстрее, Мира. Мира! Я так не начну. Быстрее начнем, быстрее закончим. Я помню, в детстве мы часто ездили в посадку, собирали там жердилу. Но она бесплатно росла. Везде эта жердила. Мы ее потом кололи и сушили. Знаете, были такие фанерные почтовые ящички. Это уже потом стали делать из ДВП, из картона плотного. А сейчас, а раньше были из фанерки. Мы на этих фанерках раскладывали жердилу. Ох, как у меня тут, гляньте, до самого неба растет. А потом мы эту жердилу, с нее варили компот. Марсик! Марсик! Ну что ты будешь делать? Или он уже прибежал, или он там остался, я не видел. Марсик! А он глуховатенький. Марсик! Ну вот, вот пока начнешь делать что-то, дольше на сборы уходит. Наколоть жердилу нетрудно, сел доколи. Но мне ж одному-то несподручно, мне нужны помощники. Марсик будет считать. Мирка будет мешать. Рада будет меня забавлять. А Лирик будет удивлять. Это уже скупалась он. Марсик! Ах ты, черный плащ. Ну-ка, пошли домой. Пошли домой, глухенький. Алло. Ты слышишь меня? Видишь, это я. Пошли. Пойдем быстрее. Он не слышит. Раньше мне казалось, что это кажется. А потом я понял, что он только видит. А он нас не увидел, как мы уходим. И там... Понятно, что у него только как у завхоза и дел-то полно. Ну... Без него как мы там начнем? Старичок. Недавно был... Малышом привезли его. Вот тут вот
посадили его, чтобы Лирик его не съел. А он на него гавкает, отвязался и орёт, кричит на Лирика. Ну, кто-то помнит первые дни Марсика. Все, закрываю сад. Пошли. Пойдем, Марсушка. Как я без тебя тут начну? Все должны принимать участие. А потом самое смешное будет, когда я накалю это все, уложу, а кто-то из них шустренький прыгнет и все это завалит, и все будет валяться на полу. А я буду улыбаться и такой деловой, довольный буду. Включаем свет. Вот так. О, ну что, начнем. Садитесь сюда. Лирик пришел. Все на месте. Я начинаю. В общем, процесс такой. Берешь. Полишь и складываешь. Но для этого мне надо выключить камеру. Или повесить ее на лоб. Не трогай мешок. Так, а ты что? Ага, это новое. Ну что, Марсюшка, давай, начинай считать. Ай! Царапнул меня. Так, пошел. Ну, примерно вот так. Вот так вот мы коем. Косточки выкидываем. Вот сюда. А это вот так раскладываем. Вот я начинаю первые ряды. Все. Считай. Кто там? Чем вы тут занимаетесь? Чем? А ты что, никогда не делала такого? Нет. Ну, колешь, сушишь и компот зимой. Я думала, вы себе ужин готовите. А что, похоже, да? Да. Ты же на Камчатке жила, там такого у вас не было. А мы на Кубани всегда такие вот, только на такие, на маленькие эти. А это вот Марсик, он считает. Рада она вон, видишь, просто мне доставляет удовольствие, убежала. Лирик вон забился в углу. Мирка, она сейчас все это дело, когда я вот это все сделаю, она запрыгнет и все это завалит на пол. Вот ты и... зря показал, сейчас она полезет. Уже стартует. Ты не вздумай. Понял? Ну это ж ты на ночь оставишь, да? Тут? Да, на ночь оставлю, чтобы она утром придем, а все будет перевернуто. И у кого-то будет в животике все. Все в животике в этом будет у кого-то. Ну ладно, выключай. Марсик, ты куда глядишь? Глянь, у нас уже он ворует. Тихо. Это ты зачем? Надо. Надо? Что-нибудь, какой-нибудь крем будешь делать. Вот это пойдет тебе такая? Это она корявенькая. Во, глянь, какая красивая. Надо, вот это. Марсюшка, какой у тебя хозяйка привередливая. Вот, глянь, как красивая. Ну и что зеленый? Вот он мне нужен. Блин, какой Марсик язык трубочкой. Марсюшка, он же среди... О, уже видишь? Во, вот это теперь будет все. А ты еще камеру наставляй, чтобы она уже 100% залезла. Да я сейчас уберу куда-нибудь повыше это дело. Чтобы она не достала. Все, уходи. Пока-пока. Так, ну а мне меньше уже работы. На 20 штук. Вычеркни 20 штук там. Марсик так смотрит внимательно, как будто бы я колбасу колю. И это тоже. У меня же сомнение закралось. Похоже на жопки. Гляньте, аж Лирик даже стал подкрадаться. Думаю, может быть и правда. В них что-то есть от колбасы. А, Марсюшка? Ну, сколько штук, хоть скажи мне. А? О! Это он мне условный знак дал. Ну, первые 200 штук есть. О, и правда колбаса? На тебе, самый настырный. На тебе самому.
Ой, как у тебя самому трудолюбивому. Лерочек, быстрее! Вот, еще раз думываешь. Все, что ли, нет у тебя? Ты вдохнул, и нету колбасы. У меня... Как там было в песне, помните? На моем столе лежали два кусочка колбасы. Рот протер. Нет, что-то усы протер, рот открыл, и нету больше колбасы. Короче, какая-то ерунда мне лезет в голову. Это знаете почему? То, что отсюда дурман идет. Она уже бродить стала. И у меня уже градусы в голове. Так вот, видите, появляется. К концу уже пьяный буду. А с нее вино, кстати, делает хорошее. Жидилы. Наделаем вина. Лирик, махни хвостом в знак одобрения. Да. Настюшка, наделаем вина? А куда ты смотришь? На кого ты там смотришь? Оглядывается еще. Ты сам себе хозяин. Кто тебе может тут еще что-то указывать? Значит, наделаем, да, вина? Комар тебя хотел укусить. Ой, ну что, земляне, соловья баснями не кормят. А Мирку колбасными жопками кормят. Что-то у меня язык стал заплетаться, и правда. Здесь, наверное, что-то бродит, видите, вот эти косточки. И меня уже колбасит. А я им колбаски дал. Не, я тебе не буду показывать. Я колбаски им дал, а они подумали, что... Чего она костей наестся? А они подумали, что это все колбаска, и от меня не отходили ни на секунду. Мирочка, иди сюда. Иди. Мира. Иди. Да, на. Иди. Да убирай, Шурик. Дай пожрать людям спокойно. Короче, скажи, на что это похоже? Не знаю. На пазлы.